Итак, всем привет! Перед вами резиновые перчатки из торговой сети FixPrice. Упаковки у меня не осталось, к сожалению. Вчера я их приобрел в районе где-то 50 рублей, либо чуть больше. Преподносятся они как суперпрочные перчатки. Наверное, в FixPrice все одно и то же продается в принципе. Так что вы запомните их внешний вид. Красный верх и светлый низ. Размером они XL. И когда раньше я приобретал FixPrice, такая цена меня устраивала, в районе 50 рублей. Они действительно очень были прочные. Теперь, вчера купил, сегодня чуть в них поработал. Надо было помыть детские игрушки одним средством. Не суть. Сразу порвались вот в этом месте. И это как бы не первый случай, но мне казалось, в FixPrice, может быть, что-то у них изменилось. То есть качество перчаток, качество материала на износ, на порывы очень уменьшилось. Вроде бы по ощущениям перчатки, когда были прочные, и вот сейчас такое же качество и по толщине, не знаю, но с чем связано. Но это мой не первый экземпляр в FixPrice, где-то четвертый, который вот так очень быстро рвется. Но вот у этих рекорд сутки, буквально 10 минут я в ванне помыл мягкие игрушки детские, и вот здесь почему-то порвались. Также на изгибах предыдущие у меня варианты надрыв получали, вот в этом месте не суть. Поэтому лучше не советую приобретать. Я сегодня съезжу и покажу вам перчатки, которые я до этого покупал. И они у меня служили очень долго времени. Порвал. На даче я их использовал. Только по своей причине. Одна такая фирма. Вот я съезжу, куплю и запишу на перчатки обзор. Они стоят дороже. В районе 200 рублей. 220 или 250. Не суть. Но они очень действительно долго служат. И почему я перчатки покупал? Не только работать где-то на участке или какие-то строительные, покрасочные работы, чтобы рука была сухая, не контактировала со всякими средствами. Ну и, допустим, я машину на даче мыл, помимо прочего. Вот если погода холодная и вода, естественно, холодная, то мыть голой рукой, ну извините меня, пожалуйста, руки дубеют буквально за мгновение. Я покупал вот те дорогие перчатки, у них вот этот материал очень плотный. Там можно с кислотами работать и так далее и тому подобное. Но я вам покажу их. Но не такой плотный, знаете, как не гнущиеся есть перчатки. Такие уж очень с плотной резины. Нет. И вот в таких перчатках, хороших, которые в районе 200 рублей, я про них вам вкратце рассказываю, у них можно было машину мыть в холодной воде, и рука не замерзала. Но с FixPrice ничего не берите. В плане вот резиновых перчаток. Это вообще чума. Стали делать очень плохое качество вот данных экземпляров. Просто деньги выкинете на ветер.